Мостостроители Примавтодора продолжают реконструкцию моста на 11-м километре дороги Находка-Лозо Ольга Кавалерова в районе села Екатериновка Партизанского муниципального округа. На объекте побывал первый заместитель министра Николай Зайцев. Работы ведутся в соответствии с корректированным графиком. В текущем году планируется в любом случае произвести запуск движения по строящемуся объекту с устройством подходов из асфальтобетона. В настоящее время мостовики выполняют монтаж блоков пролетных соединений номер 4 и номер 5, изготавливают временные опоры и уширяют проходы. Смонтировано 3 ряда блоков из 5. Сам процесс подготовки ведется в несколько этапов. Первый этап – это подрезка фасок, то есть подгонка их между собой. Второй этап – низкоструйная очистка соединений блоков. Ну и последующий монтаж и соединения, болтовые соединения между собой блоков. Также дорожники продолжают поддерживать в нормативном состоянии объездную дорогу и временный мост, по которым сейчас передвигаются жители. Отметим, по словам губернатора Приморского края Олега Кожемяка, транспорт и дорожное строительство являются одними из основных векторов развития региона. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.